Шахмат лото. Ассаламу алейкум, азиз юрташлар. Наво Мусиқи телеканалының қадырли мухлислары, лотерея ойнеш кубазлары. Бүгін чаршамба саат 19, тоғырдан тоғыр эфирдамыз ба. Халқ банкының Шарқона лото лотереясы 36-дан 6 ойнының 196-й утқылар сиражыны башлаймыз. Здравствуйте, добрый вечер, уважаемые телезрители, дорогие участники лотереи Шарқона лото, игры 6 из 36, 196-й тираж. У нас огромный джекпот, у нас много машин. Значит, будет все отлично, на уровне. Мы вас приветствуем еще раз. Это прямой эфир. Это телеканал Наво, Камола, я, Ильхо. Мы начинаем радовать миллионы телезрителей. Худы шундай. Бугун юткулар тиражи да джама 1 миллиард 695 миллион 779 мин 219 сомлик пул юткулары ойналады. Внимание, общая сумма 1 миллиард 695 миллионов 779 тысяч 219 сум. Это общая сумма призового фонда. Ундан ютк фондының бірінші категориясы да 1 миллиард 260 миллион 324 мин 975 сомлик асоси джекпот сумас хам бар. И здесь аплодисмент ава. Джекпот 1 миллиард 260 миллионов 324 тысячи 975 сум. Вакчик джекпотта бүгін икте спарк автомобилі хамда 20 миллион сом ойналады. Вот они радуют наши глаза. В специальной категории 2 автомобиля спарк плюс 20 миллионов сум. Плюс это, то есть вам это обходится без налогов, получается. Шындай, шыныңдек. Бешті сонны топкен ойын комбинациялары үшін ютқы фондының икінші категориясы 107 миллион 284 мин 500 сомлик пул мұқдары бар. А также призовой фонд по третьей категории за 4 угаданных числа 178 миллионов 807 тысяч 500 сом. Итак, бүгінгі теле ойыны күзәтіп барушы хай атрайсы ва азолар білен таныштырамыз. Шыралиев Анвар Холлиевич, начальник отдела Центрального аппарата Народного банка, председатель комиссии. Мухамедов Абдышкур Абдрахман оғлы, Халқ банкі маркези аппарата дебош мутахасис хай ат азосы. А также Тагышаров Шарафидин Шамсидинович, главный специалист Центрального аппарата Народного банка. Я хотел отметить, что в случае, если победителей по какой-либо из категорий будет несколько, то сумма выигрыша разделится поровну. То есть автомобили могут забрать не один человек, а двое, например. Ну, как это выпадет, да? Топы доғры бұл есі ойынның алтын қойдасы. Демайк, бүгінге ютқылар тиражы үшін ойын іштірақчылары томаныдан 55913-ті билет қарит қылынген бауларды 397-350-ті ойын комбинациясы қайтетілген. Какая красота! Вот столько комбинаций, столько игроков, и получается, все эти цифры записаны на компакт-диске. Я передаю диск председателю комиссии. Вы проверили, все запечатано. И я думаю, у нас нет больше никаких других дел, нежели сказать, пожелать вам удачи. Куда? Вот в эту камеру, да? И нажать на кнопку, да. Ой, ну ваш ладик, омат яр больсен хаммаге. Да что там, поехали? Полетели! Все. Я бы задал вам вопрос, но лототрон работает, и я плохо слышу. Я это оставлю на потом. Итак, есть у нас первый шар. И это 24, цифра 24. Бринча ракама Игорма торт. Кто у себя отмечал 24, быстренько сделайте пометку. Итак, второй шар 17. И кинчар он ете. Так. Есть третий шар, число 30. Очень шарахама, оттес. 30. Итак, внимательно следим. Кто у себя отмечал именно эти цифры? Пожалуйста, отмечайте, проверяйте, сверяйте. Есть четвертый шар, и это третья категория, 26. Тортенчи шарахама, гигарма, оттес. Үшінші категория бойынша ғолыплар анықланды, біз оларыны табриклейміз. Интрига, очень большая интрига, потому что на кону больше миллиарда. Пятый шар, вторая категория, 7. Бесшінші шар рақамы, 7.
Купчилик учем, а маркетера чувака. 7-7. Итак, остается дождаться первую категорию. Определяет шестой шар, и это цифра 20. Здесь пока временно мы останавливаем лототрон. Олтынче бонус шара, олтынче джекпотны анықлап беруші шаракамы 20. Ендесі біз такрорлаймыз, дикат кылыйын. 24, 17, 30, 26, 7, 20. 24, 17, 30, 26, 7 и 20. Именно эти числа являются выигрышными. Мы через некоторое время узнаем, есть ли у нас победитель по первой категории. А пока у нас есть новость, которую мы могли бы, оказывается, прочитать. Давайте я прям возьму бумажки наши и объявим. Пожалуйста. Демак, Халк банки ус лотерея ойнлары ишқибозларыге, иштирокчиларыге янада қолайлик яратыш мақсадда. Лотерея бойынша ойын комбинацияларыны рухатка алыш хафтаның хар чаршамбы куны саат 14-дан 16-ге кадар узайтырылганлигини малым қилади. Это касается именно Шаркона Лото. Начиная с 199-го тиража, вы можете зарегистрировать теперь билеты не как раньше до 14.00, а вот до 16.00. И второй пункт. Смотрите, выигрышный фонд будет распределяться уже следующим образом, по-другому все. По первой категории 35%, вторая категория 18%, третья категория 32% и специальная категория 15%. Катрахмат. Біз нәтижелерін елон қыламыз, кейінесі яңгіліклерден сізлерінің бахабар етшіті давам етамыз. Демак, джекпот сохвы. Миллиард, нет, да, больше миллиарда, почти 1 300 000 000. Не уходят никуда, они остаются здесь, у нас фонд сохраняется. Ха, бүгін джекпот сохвы анықламады, ноль экранлерді көріп тұрыпсыз, біз есі ойны давам етрамыз. 7-ші бонус шарына анықлап берады лототромызге. Итак, специальная категория, а пока Камола вы можете продолжить, если вам шум лототрона не помешает. YouTube фонды деген улышлар там пайс хсабыды. Ошкенені илон қыламыз. Бірінші категория бойынша 35%. Екінші категория бойынша 18%. Үшінші категория бойынша 32%. Ва мақсус категория бойынша 15%. Ошырылды. И есть седьмой шар, и это цифра 11. 7-ші бонус шар рақамы 11. Азизлер, халықамон, мана шу ерді экранларды. Бүгінге анықланген рақамлар езіліп тұрыпты. Кімді кім агар Нава телеканалды тоғырдан тоғыры эфирні күзатыш үшін ендігені телевизорларын оққан болысы, бейм олол, халы разым солып, езіп алышке үлгіршады. А я хочу напомнить, точнее, оповестить, о последнем пункте, и это просто, если вы не совсем поняли, что происходит, какие новшества, что меняется, можете обратиться на официальный сайт лотереи Народного банка lottery.us. Также по телефонам 71 код 200-05-55. Еще код 78-120-17-24, а также 120-17-25. Вот эти телефонные номера к вашим услугам меняются проценты, меняется время регистрации, так что вы можете узнать об этом, пожалуйста, в любое время. To'g'ri, Ilhomning fikrlariga to'laligicha qo'shilaman va takrorlayman, ushbu yangiliklar haqida yanada to'liqroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Xalq bankining rasmiy saytlari 3w.hb.uz, 3w.lottery.uz saytlariga bemalol kirib ko'rib chiqishingiz mumkin. Qolaversa, Telegramdagi rasmiy kanallar bor, Xalq banki, Lotereya.uz va Lotery.news.uz Telegram kanallari va Toshkent shahridagi 71 kodi bilan 200-05-55 telefon raqamlariga kecha kunduz qo'ng'iroq qilish orqali har tirajda e'lon qilinadigan natijalardan boxabar bo'lish imkoniyati bo'ladi sizda. А мы напоминаем, что можете зарегистрировать билеты свои в любом филиале Народного банка, а также в системе Успайнет. Для этого нужно просто дойти до точки, купить билет, а стоит 3000 пока. И можно за 3000, если так образно будем выражаться, купить за 3000 автомобиль Spark. Где это видано? Зорим Где коня. Это возможно вообще? Зорим коня. Бүгінгі тиражда есі, мана 2-та
Янги, Чиройли, парк автомобиля, Хамбургчатия, Игрма миллион сом хамуиналаде, Еттенчи бонус шарар калибас, Джекпот сахуби йохлигини бугун анықладик, элон қилдик, энди эса хозир, категориялар бойича кўрамиз, нечтадан комбинация ютқили деб топилганини, албатта натижалар қолимизга тегиши билан биз сизларга уларни етказамиз ва еттенчи бонус шар оркали хам бугун мана шу чиройли автомобиллар ўйналади. Получается, если два автомобиля с парка, а билет стоит 3000, по 1500 сум получается стоит только здесь, да. Чтобы так не получилось, что кто сказал, что Spark стоит 1500 сум, Народный банк дает такую возможность. Ну, это нужно выиграть. Спасибо. Серьезно? Серьезно? О чем мы говорили? Что это? Как так возможно? Неужели? Где аплодисменты? Вы прыгаете там у экранов. Мы готовы. Біз жүді құрсанымыз, қатто шу ғолып болген юрташымыздан да көрі. Құрсанчілігіміз юқарылап кеті әпті ба, елан қыламыз. Бүгін мақсус категория бойынша битті комбинация ютқылы деп топылды. Табриклейміз. Да, да, и вот два автомобиля Spark забирают. Кто у нас? Из города Ташкента. Ура! Вот так вот. Не обязательно, оказывается, далеко ехать, просто мы хотим просто сказать вам, дорогой наш зритель, участник, кто выиграл вот эти вот два автомобиля, не приходите один, возьмите с собой кого-нибудь, позовите друга, родственника, ведь один человек не может увезти две машины сразу. Вот это удача, вот это выигрыш. Albatta kelasiz, studiyada sizga topshiramiz avtomobil kalitlarini. Juda ham xursandmiz, davom etamiz. 3-chi kategoriya bo'yicha yutuqli kombinatsiyalar soni 3252 ta, ularning har biri 54984 so'mdan pul yutug'ini qo'lga kiritishdi. По второй категории количество выигрышных комбинаций 150, сумма выигрыша на одну 715230 сум. Я не хочу про первую категорию говорить, потому что мы об этом уже сказали, знаем. Я с радостью хочу объявить джекпот на следующий тираж. Дорогие друзья, внимание! 197-й тираж объявляет джекпот 1 миллиард 468 миллионов 933 725 сум. Это почти рекорд. Было больше, но и до этого мы не доходили давненько. Демакинги джекпот суммасы 1 миллиард 468 миллион 923 сомды белгиланды. Махсус категорияны айтин, Илхом. Специальная категория. Что у нас? Опять два автомобиля Spark. Там у нас их много. У нас их немерено, да. Выиграли, опять мы пополняем фонд, забирайте. Ну, как так, без эмоций невозможно, дорогие друзья. Вот это удача, а. Зор, хамма шундай оматли болсын. Дай бог. Категорияларды, башка категорияларды юткерлер, кейни сапар джекпот сахбы болсын. Махсус категория сахбы болсын, біз бұнан фақат хурсан боламыз, айзе. Председателю комиссии хотим обратиться с радостным вопросом, без страха какого-либо. Очень надеемся, есть и претензии по проведению розыгрыша. Ойен лотерея фолотин тарифы солуче миллионы худжетлар талаблары асосот кызы. Это раздор ёх. Катта рахмат. Жуда куванчке бай болып, ғолыпларге бай болып отты бүгінгі тираж. Біз яны бір бар юрактан бүгінгі ютықлары білен юртошларымызны табриклейміз. Кенгі тиражларге че узингізні эхтиот қылей, сіз білен яны көршамыз. Берегите себя, да, удачи во всем, в любой сфере. Главное, верьте в это, старайтесь, потому что дорога открывается перед идущим человеком, а я хочу побибикать, честно. Вот, это надо сделать, потому что, ну как такое можно пропустить? Поздравляем еще раз, удачи, до встречи на следующий тираж. Больше миллиарда, опять почти 1,5 миллиарда, это так круто, дорогие друзья. Пока.